Кажется, что мы затормозили. Чуть не кульнулись. Ну еще все впереди. Мы едем жопой. Я вижу, как ты глотаешь слезы. Да. Какие-то ворота можно вообще не взять. А вот мне лично жалко, не знаю. В принципе, это не какие-то квалифицированные соревнования. Вот все хотят распрощаться с Теслой, да? Джиперская тусовка. Уже не важно, жопой или мордой. Сама додумывает, что делать. Надо все-таки повеселить народ. Да там мы будем участвовать в джип-триале на Чебураторе. В принципе, это не какие-то квалифицированные соревнования, это скорее джиперская тусовка. Машины, сказали, поделят на две категории. Похожие на машины и не похожие на машины. Нас запишут пока в категорию похожие на машины. Но еще все впереди. Травим. Мы полторашку сделаем, чтобы сильно клиренс не потерять. Это ворота. Так, то есть получается, если мы едем жопой, то, соответственно, вот это вот здесь ладно. Ворота в любом случае берутся сверху вниз. Уже не важно, жопой или мордой. Главное, сверху вниз. Да. Или вон те могут быть первые, если полностью по кругу объехать. Сразу? Короче, сейчас мы узнаем, сможем ли мы ехать. Слушай, если мы повернем вправо, сейчас смотрим, мы поедем почти по самому центру. Боже. Вот эти, то есть по кругу. По сухому, надо посмотреть сейчас. Или вот эти. Вот эти, да, проще. Вот. Штурман рисует оптимальный маршрут. А потом в лужу тогда. Ты должна учитывать, что какие-то ворота мы можем вообще не взять. Вот эти, скорее всего, мы не будем брать. Вот эти можем мы тоже не взять, там эти.
Так, давай только без ушей. Чуть не кульнулись. Я вижу, как ты глотаешь слезы. Да, 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 замах вот на рубль удар. Вот все хотят распрощаться с Теслой, да? Там есть первая секция. А вот мне лично жалко, не знаю. Вырыта в смысле для нее яма? Ну, она так построена, что ей там будет максимально комфортно. Назад давай. Блин, да, тихо, давай. Во. Держу газ в пол. Саша говорит, кажется, что мы затормозили, а я говорю, что я держу газ в пол и вообще не отпускаю. Но по ощущениям, да, вот она как будто немножко села. Вот, обидно, чуть-чуть совсем не хватило. Да, совсем. Ну, реально говорю, я вот как нажал газ в пол, я так вот до момента остановки не отпускал. Уже когда остановились, только тогда
отпустил. Вообще, ну, такая связь между газом и машиной немножко специфическая, то есть она немножко сама додумывает, что делать. Ну, вообще красиво шел, молодец. Ну, ворота эти взял, получается. Только 40 очков на невыезд из секции. Ну, и 60 этих нельзя. Ну, и, естественно, все остальные нельзя. Но я имею в виду, что так как мы все-таки проскочили через ворота, они уже взяты и не так все плохо. Мы еще, самое интересное, еще в секции перед последними воротами еще только между собой совещались и решали, ехать в них или не ехать. Потом решили, что надо все-таки повеселить народ и поехали устроить шоу, так сказать. Да, да, мы больше для фана, чем для каких-то там гениальных там гоночных стратегий. Как вам это Тесла на... Да, Огонь. За пятое место награждается экипаж номер... Наша электричка номер 29, Лев Туманов Артур, Гурская А. Александра. Памятные дипломы участников. Мы благополучно вернулись домой с небольшими потерями в виде оторванных пластмассовых защит, но уже все нормально, на хороший крепкий болтик, все прикрутили на место и готовы к новым испытаниям. К сожалению, наш чебуратор оказался все-таки гоночная машина, а не триальная. Для триала нам придется готовить другую электрическую тачку. Это у нас все-таки должна гоняться, ее стихия – это скорость. Да, проходимость у нее прекрасная, но все-таки не для уровня триала. Плюс машина не очень хорошо себя показала на песке, на мягких грунтах. То есть на твердом грунте, как подъем в гору, она шла превосходно. В песке машина садится на днище и как подводная лодка присасывается к этому днищу. Поведение в песке оказалось очень своеобразным. Такое чувство, что это какой-то компьютерный симулятор, а не автомобиль. Ты нажимаешь газ в пол, это просто команда джойстиком вперед. После этого дальше машина едет как хочет. То едет, то не едет, сама притормаживает колеса. Какого-то выстрела, как в бензиновых машинах, не получается. Надеюсь, вам понравился наш сюжет. Что бы вы еще хотели увидеть, какие испытания чебуратора, обязательно пишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и мы будем снимать еще более сумасшедшие видео, и не только.